Мой папа самый-самый. В 17-м детском саду петушок. Сегодня мальчишки и девчонки хвалятся своими взрослыми защитниками. На праздник пригласили папы-дедушек. Сегодня мы будем поздравлять наших пап, дедушек, наших мальчиков, будущих воинов. Здравствуй, праздник, праздник мальчиков и пап. Всех военных поздравляет наш веселый детский сад. Праздник сегодня боевой, задорный, веселый. Спортивные конкурсы впереди, а пока интеллектуальная викторина. Дошкольники угадывают, какому роду войск принадлежит тот или иной головной убор. Отличают десантников от морских пехотинцев. Пограничник на границе нашу землю стережет, чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ. Наши летчики-герои небо зорко стерегут. Наши летчики-герои охраняют мирный труд. Мы обнимем, поцелуем, папа, дедушек, чтобы... И сегодня вас поздравим, чтобы помнили вы нас. Я прошу тебя, мама, не пусти. Спортивные конкурсы судят исполняющие обязанности заведующие Надежда Бабаева и психолог детского сада Юлия Бальшем. Когда мы скажем «волк», выходит волк папа и показывает, что это волк. Да. Раз, два, три, четыре, идет большими шагами, марширует, а между нами, Марк, иди сюда, а маленький наш помощник проскакивает здесь. Мой папа хороший и забавный такой, порою даже очень бывает смешной, душой большой романтик, а сердцем золотой. Подарок защитникам также многочисленные стихи, песни, танцы. Пусть будет в судьбе вашей праздников много и много широких дорог. Желаем, чтобы вы постоянно и строго нас всегда оберегали. Желаем в принятии важных решений не делать серьезных ошибок. Пусть будет немало больших достижений и много счастливых улыбок. Смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а наоборот, вдохновляют на новые подвиги. С праздником вас! Счастья, здоровья, благополучия! Все участники праздничного утренника получили памятные грамоты. Правда, награждали не отдельно пап, а целиком семью. На защите любви и интересов которой и стоят сейчас любимые папы.